dreaming of a white Christmas, just like the ones I used. Новый год – это волшебный, яркий праздник, поэтому и макияж у меня будет такой же яркий. Выравниваю тон лица, базу наношу для стойкости тональной основы. Не забудьте нанести ваш тональный крем равномерно на шею и подбородок, чтобы не было видно границ. Подсвечивающим консилером делаю коррекцию лица. И весь тон в конце закрепляю своей любимой пудрой, чтобы макияж не пополз. Базу под тени я уже нанесла, теперь при помощи коричневого оттенка прорисовываю складку века. Самое сложное в этом макияже – это равномерно нарисовать рыбки. Таким образом я увеличиваю глазки. Теперь при помощи кисточки я аккуратно растушевываю линию вверх. Да, года два меня ждали эти тени. Синие, шиммерные, праздничные. Заостренной кисточкой наношу синие тени чуть ниже растушеванной линии. Рисую кошачьи глазки, но оставляю подвижное веко незакрашенным. Теперь на подвижное веко наношу перламутровые бело-голубые тени. Сверху рисую свои стандартные стрелочки средней толщины. Бежевым каялом прорисовываю обязательно слизистую, дабы еще увеличить глаза. Прокрашиваю реснички вверх и низ. Обязательно этот макияж просит накладные ресницы. Вот видите, какая разница. Теперь легкая коррекция лица, выделяю скулы, румяна. И обязательный эффект для новогоднего макияжа – это хайлайтер. Блестки, блестки, блестки. Показываю два варианта на любителей – яркая помада и нюд-помада. Что же выбрать? А с какой помадой вы бы встретили Новый год? Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех с наступающим Новым годом. Пока-пока.